Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2011 года выпуска. Двигатель здесь 2 литра, автомат. На этом автомобиле я сегодня заменю на передних рычагах сайлентблоки и задние, и передние. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль и снимаем рычаги. Предварительно, конечно, мы снимаем колеса, потом снимаем рычаги. Поднимаем. Поднял я автомобиль, снял защиту. Сейчас будем снимать рычаги. Для этого мы, чтобы вот этот болт снять, надо вот этот траверс убрать. Сейчас попробую ее открутить. На сайлентблоке она может сыграть, мне это будет достаточно. Если будет этого не хватать, тогда сниму пластиковую защиту и сниму траверсу полностью. Здесь болт на 17 сзади. Еще на герметике не выкручивался ни разу. Ну, в принципе, да, можно будет вытащить, поэтому защиту можно не снимать. Откручиваем этот болт. А с этой стороны он не мешает нам. Нормально доберемся. Болт здесь у нас на 19. Да, спокойненько вытащили его. Теперь откручиваем стойку стабилизатора. Там у нас головочка на 17. Сзади держим ключом. Ключ я на 17 поставил. Все, и пошла она у нас. Так, стойку мы открутили. Теперь мы откручиваем шаровую опору, гайку. Гайка у нас здесь, похоже, тоже на 17. Да, гаечка тоже на 17. Все, болт вытолкнул, болт на 17 и шайба, гайка тоже на 17. Теперь мы откручиваем вот это заднее крепление. Для этого нам надо будет снять вот этот болт, чтобы снять усилитель вот этот и вот этот болт. Здесь получается на 22. Да, на 22.
А задний у нас на 18. И откручиваем вот этих три болта, головка на 14. Как болты, а? Закисли. Всего-то каких-то 5,5 лет. Сверху здесь приржавел болт. А ничего, мы резьбу смажем. Все, наш рычаг пошел. В данный момент рычаг висит у нас на стабилизаторе, выталкиваем его. И на шаровой опоре. Все, сняли. Ну что, шаровая целая. Живая. Палец сейчас почищу, смажу, одену. Это цилиндрок. Он разорванный. Его вон видно. О, вот так вот. О, и сверху, и снизу он разорван. Сейчас откручу его и точно так же сразу затяну, поставлю. Вот с этим сайлентблоком. Вот с этим сайлентблоком. Он целый.
Он целый, но я заказал новый. Вот не знаю, что делать, менять, не менять его. Заменю я его тоже. Откручиваем гайку. Гайка на 24. Берем новый сайлентблок, номер его 70 0,75. Посмотрел я все-таки внимательно на передний сайлентблок. Менять я его не буду. Он целый. Он даже не надорванный нигде, ничего. У него все замечательно. Поэтому я оставляю его. Так как нам со второй стороны тоже его менять не надо, на второй стороне мы рычаг снимать не будем. Сайлентблок можно открутить, не снимая рычага. Здесь я снимал только из-за того, чтобы поменять передний. Но передний целый. Если кому интересно, сейчас номер переднего я скажу. Он идет фирмы Deo 963-28-434. Вот такой вот сайлентблок. Ну а сейчас берем, устанавливаем рычаг на место. Смазал я здесь литольчиком. Берем, вставляем палец и вставляем. Сейчас резьбу смажу. Резьбу смажу. И помимо этого я еще и болты помажу.
Так, шаровую опору наживил. Теперь рычаг. А что я мучаюсь? Я немножко раздвину. И крепим нашу стойку стабилизатора. Все, все подтянул. Сейчас подожму ее и затягиваю.
Если спросят, почему пистолетом тяну, этот пистолет слабый, он на 3 килограмма всего. Дальше я уже дотягиваю все руками. Ставим на место вот эти болты. А машина все равно поедет на развал. Поэтому там все нормально и выведут. Сайлентлок я сейчас подожму маленько и затяну его. Вот так выглядит новый сайлентблок. А вот так выглядит старый сайлентблок. Сейчас тоже будем его менять. Ослабил я болты вот на этой, на этом усилителе на треугольнике. Здесь 2 на 18. Заднему можно до конца не выкручивать. Вон там на прорези стоит. Болты еще не выкручивались ни разу. Все сидят на герметике. Теперь ослабляем гайку. На 24 накидной нужен. Одевается. Ну, эта сторона, в принципе, легче выкрутилась. Только герметик сорвал, и все. Рычаг у нас наклонится. Если не хватит наклониться, тогда мы и передний болт открутим. Вот этот спереди, вот он разорванный, а это сзади, сверху он полностью практически оторван, а снизу вот с угла он оторван с одной и с другой стороны. Номер второго сайлентблока у нас
969-70-074. Это левая сторона. Сейчас резьбы помажу. Единственное, что я сейчас задний сайлентблок отожму и затяну вот немножко в таком вот положении. Для чего? Когда опущу машину, он окажется уже не натянутым. Даже можно сделать вот так вот. Так, ну что, все, заменили мы оба сайлентблока, и тот, и другой. Ставим защиту и опускаем автомобиль. Все, сайлентблоки я перепроверил, все подтянуто, защиту я установил. На этом замену сайлентблоков мы закончили. Всего вам доброго!